Приветствую вас, дорогие мои зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я буду делать первый заказ из каталога Oriflame номер 7. Я покажу, что я заказываю, почему эту продукцию заказываю, вместе с вами будем набирать корзиночку. Я открываю сразу сверху корзину, в правом верхнем углу, в личном кабинете, естественно, нужно находиться, и начинаю вводить коды продукции. Сначала ввожу то, что заказали клиенты, а потом уже добавляю то, что нужно мне лично, для личного пользования. Так, мне заказали тушь, 8-2, мыло с бергамотом, с бузиной и бергамотом. Кстати, хорошее мыло, обращаю ваше внимание, что там кусочек не очень большой. Так, далее, тоже мыло. Кстати, себе тоже такие возьму. Я очень люблю мыло Oriflame. И у меня, кстати, недавно одна клиентка сразу забрала где-то 12 кусочков. У меня было в запасе, она мне все мыло забрала. И говорит, ты себе еще купишь. Я говорю, ну да, я, конечно, себе куплю, не проблема. Так, еще мне заказали гель. Сейчас прям только прилетел заказик от клиентки. Гель от прыщей, кстати, хорошая, эффективная штучка такая. Точечно наносим на прыщики, которые нас беспокоят. Так, и теперь надо указать то, что по акции мне положено. Я надеюсь, у вас тоже будет в заказе нож. Разделочный нож всего за 199 рублей. Это второй нож, остался взять третий, и потом нам придет подставка под ножи. Я надеюсь, вы взяли первый ножик, который мы заработали в том каталоге. Так, то, что я беру себе и беру тоже уже под клиентов, которые, я знаю, они любят. Я принесу, они тут же сразу у меня забирают. 323. Мыло с апельсином. Сразу возьму несколько штук. Так, куда мыло делось? Сюда. Сейчас добавлю до 5. Давайте. Потом, может, еще добавлю. Я уже смотрю по баллам, сколько получается. Потому что я беру всегда на 150 баллов первый заказ, это минимум. Так, гель еще один, кстати, слаймом, какой гель вкусный. Я в страничке в каталоге потерла и прям, обалдела. Так, еще такое мыло, 42-322. Это тоже сочный лайм, он у нас сюда убежал, и я тоже сразу до 5 добавлю мыльцев. Так, дальше. Удобно, потому что сразу видно, сколько баллов и сумма заказа. Так, сухой шампунь обязательно возьму еще в запас. Наверное, даже парочку сразу надо взять, потому что такая скидка огромная в этом каталоге на шампунь. А у нас он идет, и, в общем-то, летом он будет нам очень нужен. Так, это я беру крем для рук для клиентки в подарок. Я никогда не делаю скидки. Меня часто спрашивают, делаешь ли ты скидку, а сколько ты делаешь скидку? Нет, я не делаю скидки, я делаю подарки. Ну, примерно 10% от суммы прибыли. Например, если заказ на 1000, прибыль 200 рублей, значит, я в пределах 100 рублей могу сделать подарок. Ну, например, крем для рук, это вполне адекватно. Так, беру этот новый крем мультиактивный с SPF 30, беру попробовать. Так, далее тоже под клиентку скраб для лица. Тоже она хотела заказать, я уже возьму сразу, чтобы он у меня был. Потому что такой скраб шикарный. Я его всем рекламирую. Так, сумочка. Вот, кстати, сумочка. Посмотрите, она стоит 959 рублей, а я ее возьму по премьер-клубу с 50% скидкой. Сейчас пока не буду удалять. Главное, потом не забыть удалить. 302-908. Это CC-крем для волос. Тоже это я для нас беру. 32-620. Это масло. Смотрите, масло для волос. Какая крутая штука. Так, сюда добавляю. И еще мне нужен один код. 34-063. Лосьон для тела. Это тоже под клиентку, которая берет все время. Так, давайте удалим сумочку отсюда, чтобы не забыть. Запомните, 959 рублей она стоит. Мы же ее возьмем с вами по скидке. В дополнительных предложениях спускаемся в самый-самый низ. Кстати, здесь можно еще больше продуктов посмотреть. Очень хорошие скидки, кстати, на лаке. Но у меня все эти цвета есть. Так, и вот я беру эту плетеную сумочку с 50% скидкой. 413,
52. И смотрите, из 959 рублей становится всего 480. Так, и я еще не добавила. Астаксантин мне нужен. Закончился астаксантин, а я его все время держу в запасе, потому что он, ну, он просто волшебник. Так, 4 балла у нас лишние. Можно что-то убрать. Где я тут чего-то набрала? Например, сухой шампунь пока. А, 4 лишних. Вот как раз. Убирая сухой шампунь, получается ровно 150 баллов. Итак, кстати, ножик дает 4 балла. Как это приятно, однако же. Так, гель взяла. Теперь я проверяю заказ, чтобы ничего не пропустить. Так, все есть. Теперь то, что дополнительно, если мне что-то не нужно, я это удаляю. Например, каталог у меня есть. Книжечку обязательно возьму. Книга красоты. Это же фантастическая штука. Столько в ней всего интересного. У меня недавно был такой прикол. Я клиентке подарила такую книгу. А она не поняла. Она думала, я ей протянула, чтобы она полистала. Смотрю, она достает листочек, начинает что-то писать. Я говорю, что вы делаете? Она говорит, рецепт переписываю. Я говорю, не стоит. Это я вам книгу дарю. Так, смотрите, пакет мне тоже не нужен. Wellness гид у меня тоже есть. Отказываемся. Так. И в заказе у меня один продукт из серии Wellness Pack. Это уже шаг третий. Следовательно, в следующем каталоге будет в подарок идти Wellness Pack. Уже подарочный шаг. Замечательно. Все, теперь листаем дальше. А, предложение мы с вами выбрали. Дальше нажимаю. Доставка. Была предыдущая доставка у меня на дом, мы ее и оставляем. Листаю дальше. Кстати, если вы доставку не знаете, как выбрать, надо здесь посмотреть. Есть доставка на дом, есть доставка в пункте выдачи. Например, если пункт выдачи выбираете, то здесь выберите, куда вам доставить. Пинг-поинт, сервисный пункт обслуживания, бьюти-центр Oriflame. То есть там то место, где вам удобно. Если у вас... Например, выбрали сервисный пункт обслуживания. Вводите город свой. Например, мой город Саратов. Я ввожу. Выходят все пункты, которые есть в городе Саратов. Вот, соскочила. Я выбираю тот пункт, который мне удобен, и на него заказываю. Если вы выбираете пинг-поинт, то, соответственно, ищите здесь адрес тоже. Тот, который вам удобен. Так, здесь сейчас надо... переделать. Ну, не буду на это, как говорится, тратить время. Доставка курьером я выбрала. Можно также выбрать еще продукты вместо платы за доставку. Если заказ меньше 4000, то доставка платная на дом. Она будет стоить 400 рублей. Ой, 400. 200 рублей. Можно не платить деньги, а выбрать продукт вместо платы за доставку. Так же, как и в пункт выдачи заказа. Набирая далее. Вот он мне предлагает продукты, но я от них отказываюсь. Опять нажимаю «Далее», проверяю. Доставка на дом. Что здесь по заказу? 150 баллов есть. Я сразу смотрю баллы. Далее, сумма заказа 6773 рубля. Так, премьер-клуб забрала, ножик забрала. Далее, скидка 2966 рублей. Откуда скидка? Так как мы все время являемся участниками премьер-клуба, то идет скидка, кэшбэк 10%. Это составляет примерно рублей 800-900. От 150 баллов. И дополнительная скидка идет за команду. Так как Миша, он менеджер, у него есть несколько партнеров, люди пользуются продукцией, а компания платит ему за то, что он рекомендовал этот интернет-магазин. То есть вы можете делать то же самое. Если вы еще не партнер компании, пишите, я вам помогу стать партнером, вы будете в моей команде, и я вас научу, как экономить вот такие вот большие суммы денег и зарабатывать еще больше. Потому что Oriflame – это наша основная работа. Все, заказ готов, заказ сформирован. Я просто нажимаю «Оформить заказ». Все, ничего сложного, вы можете делать то же самое. Но вот обратите внимание, я вводила сразу в корзину коды «Продукция», нажимала на корзину, а можно через каталог вводить. Сейчас тоже покажу, как это делать. Я еще раз проверяю. Доставка 15 мая, все отлично, я оплачу заказ буквально, в среду его привезут, во вторник я его оплачу, все, все просто. Как делать заказ по каталогу? Мы нажимаем сюда «Покупай», «Каталог», «Актуальные каталоги»,
Открываем каталог, тот, который нам нужен. Я, кстати, заранее никогда не смотрю каталоги, я буду ждать среду, и следующий каталог не посмотрю. И вот также я листаю в эту сторону, выбираю продукцию, которая мне нужна, например, аромат. Нажимаю «Выбрать», нажимаю на аромат и смотрю, читаю, сколько он будет стоить. Здесь можно увеличить 2, например, нажать «Добавить», и он тут же оказывается в корзиночке. Потом я это сворачиваю, листаю дальше, выбираю дальше продукцию, то, что мне нужно. И все время вот здесь мы легко ориентируемся, что нужно заказать, то и заказываем. Если мне эта продукция не нужна, я захожу в корзину и могу здесь сделать больше или совсем удалить. Все. То есть никаких сложностей нет. Можно делать заказ и так, на ваше усмотрение. Благодарю вас за внимание. Желаю вам отличного каталога номер 7, классных вам покупок, приятного использования продукции. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.